Кандидаты на трибуну. По очереди у нас сейчас кандидаты выходят на эту трибуну. У них 30 секунд, чтобы обратиться к вам со своей последней агитацией в пользу себя любимого. Давайте вести себя цивилизованно. Итак, пожалуйста, первый у нас Никита. Ребята, имейте свое мнение, а не общее. Люди, любите друг друга. Живите в мире со всеми, всем и с самими собой. Делайте выбор в пользу достойного. Это ваш выбор, это ваше будущее. Будьте собой. Так, ребят, пополню свою программу. Детям нужно вещи не выбрасывать, а их нужно дарить. Вот, и в первую очередь, каждая из вас личность. И не нужно голосовать за того, кто там из твоего отряда, кто с вами дружит. Кому человек интересен, за того и голосуйте. Я тоже хочу напомнить свою программу. Тихо! Все помните, что моя программа о малообеспеченных семьях. Еще я хочу добавить, что председатель КС — это не только привилегия, а большая ответственность и большая занятость. И я предлагаю, по вашему мнению, выбрать того кандидата, у кого есть куча свободного времени, чтобы уделить именно работе КС. Голосуйте сердцем за своего кандидата. Официально при свидетелях хочу заявить о снятии своей кандидатуры с выборов в КС, так как я учусь в Центральном административном округе, соответственно, я не смогу быть сопредседателем окружного учреждения самоуправления Юго-Западного административного округа. Приношу свои извинения за то, что я не до конца разобрался в проведении выборов. Желаю удачи оставшимся кандидатам.